Друзья, давайте поставим столик сюда. Барыш, торт привезли? Привезли. Вы так хорошо тут все организовали. Вы молодцы. Не за что. Мы уже едем. Барыш может позвонить Эдди. Звони Эдди. Отлично. Слушаю, Барыш. Все готово? Эда, прости, у меня плохие новости. Что случилось? Только не говори, что не можешь присутствовать на дне рождения. Нет, но у нас возникли проблемы, и мы не можем устроить вечеринку сегодня вечером. Что? Но почему? Почему ты так говоришь? А у нас проблемы с лицензией кафе. Заведение закрыли, поэтому мы устроим вечеринку после того, как кафе откроется. Мне пора идти. Отлично. Папа, что мне делать? Я всех позвала, что я им сейчас скажу? Я не верю, я просто не верю. Подожди, дочка, не паникуй, сначала едем домой. Папа, ну что это такое? Не могу поверить. Привет. Кузен, как ты? Как ты? Как ты? Именинница еще не пришла? Они уже в пути. Классная тут обстановка. Молодцы, Барыш. Спасибо. Где Чегла? Скоро придет. Мы приехали, готовьтесь. Друзья, они идут. Жансу тоже не отвечает. Надо было хоть ее предупредить. Эда, пойдем-ка в сад. Кажется, там твой брат. Он знает про отмену? Почему он дома? Идем как раз спросим. Сюрприз! Я не могу поверить, папочка! С днем рождения, принцесса. Спасибо, братик. С днем рождения, малявка. Спасибо большое. С днем рождения. Спасибо большое. Да, я действительно не могу поверить. Спасибо. Это выйдем на 5 минут. Да, идем. А что случилось, папочка? Эда, здесь чего-то не хватает. Чего? Этого. Но зачем нужно было тратиться? Уверен, понравится. Папа, это так красиво. Ты сам выбирал? Мне очень нравится. Спасибо большое. Пожалуйста, дочь. Носи его в хорошие дни. Давай наденем его. Давай. Тебе очень идет. С днем рождения. Папочка, спасибо. Давай, иди к своим друзьям. Я скоро подойду, хорошо? Хорошо. Все даже лучше, чем я представляла. Спасибо, ребята. Джансу и Барыш очень мне помогли. Благодари их. Я благодарю тебя, Барыш. Все очень замечательно. Я рад, что тебе все понравилось. А где Джансу? Она мне ничего не сказала. Я боялся, что она все разболтает. Она такая. А где Чегла? Она едет, а я пришел сюда сразу после клуба. Не смог ее забрать. Понятно. Интересно, где ослы? Надеюсь, она знает, что все собрались тут. Это... Брат, я смотрю, практически все здесь, но я пригласила одну подругу. Кажется, она еще не пришла. Кто это?
Это... ослы. Ха. Не волнуйся, я говорил с ней. Да и в парикмахерскую отвез ее. Брат, неужели вы снова вместе? Нет, Эда. Ослы просто друг, и на этом все. Не заставляй меня сожалеть о ее приглашении. Хорошо. Dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan...